Шумбрачи Ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Шумбратрав» и я, ее ведущая Татьяна Родионова. Наша программа сегодня посвящена выдающемуся деятелю культуры, яркому представителю мордовского народа Степану Эрзе. Степан Дмитриевич Нефедов. Нефедов – это его настоящая фамилия. Родился в 1876 году в Рязанском селе Баево Алатырского уезда, который входил в то время в Симбирскую губернию. Поэтому, дорогие друзья, мы можем с полной уверенностью назвать этого человека своим земляком. Ведь его имя стоит в одном ряду с известными симбирянами и ульяновцами, прославившими Россию. Ежегодно Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия проводит акцию памяти Степана Эрзи. 8 ноября, в день рождения скульптора, проводится торжественное возложение цветов к памятнику Степана Эрзи, который находится в Ульяновске. В этом году возложение цветов тоже состоялось. Давайте посмотрим сюжет. Степан Эрзе родился в Симбирской губернии. Советский художник, ваятель, мастер скульптуры, представитель стиля модерна, также ярчайший представитель мордовского народа. Его произведения хранятся в музеях Италии, Франции, Аргентины, Москвы и Санкт-Петербурга. Его фамилия – это псевдоним. Он отражает принадлежность художника к этнической группе Эрзе в составе мордовского народа. Вы знаете, не только для региона, но в целом как бы для мордовского народа и вообще для всей страны это, конечно, очень значимая личность. Мы, мордва, очень гордимся, что среди нас есть такие выдающиеся личности. И тем более, что он, в принципе, родился на территории Симбирской губернии, в селе Баевка. Ныне сейчас оно находится в Республике Мордовия, но мы все равно его считаем своим земляком. 146-й день рождения выдающегося скульптора у памятника собрались представители мордовской автономии, почетные гости и много молодежи. Рассказывать о земляках подрастающему поколению очень важно, признаются гости праздника. И все равно свой талант он посвятил своему народу. И мне хотелось бы в качестве напутствия, ребята, если мы с вами хотим жить в великой стране, в которой мы живем, есть такое выражение: народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Мы должны помнить такие имена. Памятник Степану Эрзе был установлен в июне 2008 года к 130-летию со дня рождения художника и скульптора на средства мордовской национальной автономии. Место установки памятника было выбрано не случайно. В Заволжском районе проживает наибольшее количество мордвы в Ульяновске. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Управда ТВ. Первую известность Степан Эрзе получил за границей, куда отправился после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества. После грандиозного успеха на международных выставках молодого ваятеля стали называть не иначе, как деревенским Микеланджело и русским Роденом. Его работы были представлены более чем на 60 международных выставках в различных странах и неизменно получали восторженные отклики. Его работы хранятся в музеях Франции, Италии, Аргентины, а также в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Есть музей Степану Эрзе и в Саранске. Давайте посмотрим фильм. Гениальные люди часто бывают незаметными, малообщительными, неприспособленными к жизни, странными. В социуме таких людей часто не понимают, недолюбливают, не принимают и
именно такие люди делают наш мир и нашу жизнь лучше, осмысленнее, интереснее. Гений, который многими оставался незамеченным. Он был скромен, неразговорчив, некоммуникабелен, несколько косноязычен, но именно его, что называется, поцеловал Бог. И вопреки всем злоключениям, этот скромный маленький человек просто работал, 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 почти не выходя из мастерской. Вопреки огромному успеху, почти не общаясь с окружающим его миром, почти не говоря на его языке. Но душа его знала язык аргентинского дерева кебрачо. Размах личности гения был таков, что душа его металась между континентами. Эрзи ночует вдали от жилья среди индейских племен, испытывая ночные тревоги тропических, почти девственных зарослей. У ночного костра он услышит однажды рассказ местного индейца. Во времена великих праздников старейшины находили самого одаренного в племени юношу и оглашали его богом. Юноши в течение целого года воздавали божеские почести. Представители знати обслуживали его, как принца крови. Поиски в сельве удивительной древесины продолжались долгие-долгие дни. Именно здесь, в туманной тропической сельве, ему чаще всего грезились поля родной Мастаравы. Их короткий роман завершается трагически. Степан окончательно решает посвятить себя искусству. Он покидает родные края. Его принимают в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В мастерской скульптора Волнухина Эрзи стремительно растет как мастер. Ему хочется увидеть подлинные произведения великих творцов. По приглашению известного мецената Тинелли, Эрзи уже в 1907-м едет в Италию. Здесь он упорно работает. В 1909-м скульптура Эрзи «Последняя ночь осужденного перед казнью» становится сенсацией на международной выставке в Венеции. В 1910-м Эрзи переезжает во Францию, живет в Париже.
Работы Эрзи восхищают зрителей на международной выставке в Ницце, на всемирной выставке в Риме. К Эрзи приходит мировое признание. Слава о гениальном самородке и его удивительном творчестве докатывается и до его родной земли. И, вернувшись в мастерскую, он продолжает свою работу. 20-е годы станут для него испытанием. Но художник будет жить и развиваться по своим законам. Ничто не сможет вывести его из состояния творческой гармонии. Скульптор узнает о новых разработках мрамора. В 1920-м он едет на Урал. На Урале Эрзи пережил наступление Колчака. Чудом уцелел, попадая под перестрелки. Его 6-метровую мраморную скульптуру «Освобожденный человек», поставленную в Екатеринбурге, в 20-х годах взрывают. Ведь фигура была обнаженной, как Давид, как мыслитель. Мир уже тогда называл его русским Роденом, новым Микеланджело. А раздираемой страстями революционной России он был не мил. Неужели мне не дадут работать, где возможно? Мне опротивила вся жизнь. Я прихожу в отчаяние. Такой жалкой жизнью жить не стоит. Не могу работать. А без скульптуры мне нет жизни. Луначарский потрясен работами скульптора. В 1927-м, по его указанию, Эрзи везет свои скульптуры в Париж пропагандировать советское искусство. Здесь мастер узнает, что торговец его работами сбежал с огромной коллекцией скульптур в Аргентину. В это же время большой ценитель таланта Эрзи, аргентинский президент Альвеара, настойчиво уговаривает художника поехать в Аргентину. Надеясь отыскать там свои работы, скульптор соглашается. 3 года он будет ждать разрешения из Москвы, складывая и распаковывая чемоданы и ящики со своими работами. Эрзи пытался собрать и сохранить свое наследие хотя бы как опись. Многое из его произведений погибло, растерялось, осело в частных коллекциях, но он всегда упрямо старался все собрать и хранить у себя, чтобы передать в музей на родине. Несмотря на то, что существенную часть своей жизни скульптор прожил в эмиграции, вся его жизнь, все его творчество проникнуто любовью к родному краю и к родному народу. Эта любовь проявилась и в выборе псевдонима. Эрзи – это название народа, которому принадлежал сам Степан Эрзи. А сегодня я прощаюсь с вами и напоминаю, что наша программа выходит по пятницам на канале Улправда ТВ в 19:40. В записи ее всегда можно посмотреть на сайте Улправда.ру в любое время. До свидания, друзья. Вас Тумазанок.